А прямо сейчас к новостям в мире. Выборы нового президента Венгрии пройдут в марте. Об этом сообщил лидер парламентской фракции правящей партии Матэ Кочуш. Заявление он сделал после того, как президент страны Катерин Новак подала в отставку. Политик приняла решение на фоне массовых протестов, вспыхнувших в столице. Их вызвало неоднозначное решение Новак о помиловании замдиректора детского дома, причастного к преступлению на почве педофилии. Первая в истории страны женщина президент выразила готовность покинуть пост и признала свои действия ошибочными.